Осуществляется подготовка к развертыванию основных оборонительных сил. Принято решение на нанесение авиационного удара по колонне боевиков двумя парами Су-25 со штурмовыми авиационными бомбами. Наносится удар двумя парами боевых вертолетов. Удар по противнику на высоте 100 метров. Стрельбой из пушечного вооружения. Мотострелковой бригады сил Российской Федерации, которые ведут сосредоточенный огонь по боевикам. Огневое воздействие наращивается применением ручных гранат. Отдельной мотострелковой бригады. Его боевой эффективность. Мобильный шестой гвардейский отдельной механизированной бригады. Для блокирования дачного поселка выдвигаются подразделения 38-й отдельной мобильной бригады сил специальных операций и подразделение 408-го стрелкового батальона территориальных войск Республики Беларусь. Противник полностью блокирован по периметру дачного поселка Безымянный. Одновременно с прочесыванием осуществляется поиск и разминирование взрывоопасных объектов на территории поселка Безымянный. Задачи, поставленные войскам, выполнены. Одна из целей важнейших учений – это совершенствование системы управления. И учение взаимодействия показало, что мы тоже на правильном пути. Учения, вообще вооруженные силы, предназначены не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы ее не допустить.